ну, ревматология – это достаточно многогранная специальность, но в понятии в общепринятом, простом, это та отрасль медицины, которая лечит болезни костно-мышечной системы, то есть заболевания суставов, как воспалительных, так и невоспалительных. То есть патогенез, если углубляться в суть ревматических болезней, таков, что происходит сбой иммунной системы, при котором иммунные клетки начинают вырабатывать антитела против своего же собственного организма. И происходит воспаление, и, кстати, не только суставов, бывают и внесуставные проявления, связанные с поражением почек, легких, центральной нервной системы, ну, совершенно любых других органов, включая сосуды, мышечные ткань, ну и суставы, естественно. На сегодня ученые, как говорится, не могут прийти к единому знаменателю. Общепринятой является теория все-таки генетическая, когда происходят какие-то, может быть, мутационные изменения, мутации под воздействием внешней среды. То есть это вот сейчас в эру технического прогресса происходит, соответственно, развитие в плане технического развития, когда заводы вырабатывают большое количество вредных примесей, когда машин много на улице. То есть это внешняя среда. Помимо этого, это есть еще и вирусная теория, то есть можно переболеть каким-нибудь вирусным заболеванием. Вирус встраивается в гены, и, соответственно, происходит такая же мутация. Плюс воздействие на эмбриональном уровне, то есть во время того, как женщина вынашивает ребенка, может произойти тоже неблагоприятное воздействие на генотип, на генофонд плода, и от этого тоже могут произойти изменения. Ну и, естественно, наследственность. Обычно при ревматических болезнях происходит семейное накопление признаков, накопление вот этой болезни. И, соответственно, нужно смотреть, есть, встречаются ли родственники, которые раньше болели такими заболеваниями. Ну, если говорить о статистике, то наиболее распространенные жалобы, с которыми обращаются к ревматологу пациенты, люди, это боли в суставах. И зачастую это действительно в основном пациенты пожилого возраста. Ведь общеизвестно, что после 60 лет есть такое заболевание, как остеоартроз. И вот после 60 лет более 50% населения имеют клинически значимый остеоартроз. То есть они чувствуют боли в суставах, это мешает им жить, заниматься повседневной какой-то любимой деятельностью, любимой работой, ухаживанием за внуками, может быть, за детьми, и какая-то там садово-огородная работа, любимые занятия спортом, и, соответственно, это ограничивает их возможности и мешает им жить, то есть снижает качество жизни. Но существуют и болезни, связанные с иммунным воспалением суставов. Вот эти болезни могут развиться абсолютно на любом этапе жизни. Страдают им молодые, как правило, включая даже детей весьма-весьма раннего возраста. Это такие заболевания, как ревматоидный артрит, это системная красная волчанка, дерматомиозит, болезнь Бехтерева, анкилозирующий спондилит, это заболевание с поражением позвоночника, ну и многие-многие другие. Ну, специфической профилактики, такой как профилактики каких-то инфекционных заболеваний, то есть, например, сделать вакцину, от ревматических болезней не существует. Вот здесь мы уже начали говорить о том, что ревматоидный артрит, другие воспалительные заболевания суставов встречаются преимущественно у лиц молодого возраста. А остеоартроз – это заболевание, связанное с деструкцией сустава, то есть с деформацией сустава. Это возрастные изменения. У лиц пожилого возраста чаще всего встречаются. И вот если делить вообще группы заболеваний, которые встречаются в ревматологии, на вот эти две большие подгруппы, на две большие части, то тогда мы приходим к тому, что есть заболевания возрастные, и профилактика их сводится к тому, чтобы как можно меньше нагружать суставы тяжелой физической работой. А если все-таки этого избежать невозможно, то тогда должен быть обязательно комплекс разгрузок
нагрузочных упражнений, так называемая лечебная физкультура, заниматься плаванием и, наоборот, избегать занятий травмоопасными видами спорта, если особенно в роду имеются какие-либо родственники с такими же похожими симптомами, с такими же похожими заболеваниями. Вот. Что касается заболеваний иммуновоспалительных, которые связаны в первую очередь с иммунитетом, то здесь также нужно обращать внимание на какую-либо наследственность. Если в роду у вас имеются также родственники, это родители, бабушки, дедушки, я говорю именно о кровных родственниках, которые болели ревматическими, именно иммуновоспалительными заболеваниями. Вот знаете, например, что у вас мама болеет ревматоидным артритом, или папа, или бабушка, то в таком случае нужно, во-первых, всегда следить за своим собственным состоянием, самочувствием. И если появляются малейшие признаки боли в суставах, которые не связаны с нагрузкой на суставы, не связаны с травмой какой-либо, то есть это спонтанно появившиеся, внезапно возникшие боли. И если при этом они еще и внешне изменились, то есть припухли, то есть все симптомы воспаления, появилась температура, то, конечно, это повод сразу обращаться к ревматологу для ранней своевременной диагностики заболевания и назначения лечения. А общие принципы профилактики, если все-таки вот в роду они у вас имелись, эти заболевания, то они сводятся, во-первых, к исключению переохлаждений, своевременной профилактике острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, инфекции мочеполовой сферы, и также при этом нужно избегать каких-либо стрессовых ситуаций как для самого организма, то есть пребывание в неблагоприятных условиях, это переохлаждение, это инсоляция, пребывание под открытым солнцем тоже может стимулировать выработку вот этих антител и вот запустить механизм этого заболевания. Ну и при этом эмоциональная составляющая, то есть стараться избегать каких-то эмоциональных стрессов. Мы уже начали говорить о возрастных изменениях суставов. И наиболее частым симптомом, с которым обращаются пациенты к ревматологу, это боли в суставах. В большинстве случаев это пожилые пациенты, которые жалуются на боли в суставах, у которых выявляется в итоге остеоартроз. Или сейчас по современным критериям его называют остеоартрит, потому что, ну, как вы знаете, ит на конце – это воспаление. Собственно говоря, самой деформации суставов без воспаления не бывает. То есть в любом случае в процесс вовлекаются околосуставные мягкие ткани. Это может быть и связочный аппарат, мышечный аппарат, и синовиальная оболочка, которая выстилает сустав изнутри, такая мягкая ткань. И они могут воспаляться, и в любом случае это приводит хоть к локальному, но воспалению. Поэтому по современным понятиям это остеоартрит. Вот процентов 50 в практике ревматолога, в амбулаторном, в первую очередь, практики ревматолога, это дегенеративно-дистрофические изменения суставов, остеоартроз, остеоартрит, которые преимущественно характерны для пациентов пожилого возраста. Но в последнее время само вот это заболевание молодеет. Связано это, вероятнее всего, также с какими-то генетическими перестройками, с влиянием внешней среды. Пациенты уже молодого возраста приходят с остеоартрозом. Вероятнее всего, это либо врожденная недостаточность хряща, хрящевой ткани, какие-то костные дисплазии, которые в итоге приводят к деформации суставов. Что касается иммуновоспалительных заболеваний, заболеваний раннего возраста, раннего молодого возраста, трудоспособного возраста, хочу отметить, самые наиболее встречаемые заболевания – это ревматоидный артрит, при котором в первую очередь воспаляются суставы, и пациент на достаточно раннем этапе, на этапе своей жизни, становится инвалидом и теряет трудоспособность. Что касается лечения ревматических заболеваний, то в настоящий момент хочу сказать, что ревматоидный артрит, другие ревматические болезни – это не приговор. Если раньше, еще в середине 20 века, а мы с нашими учителями общаемся, которые видели пациентов того времени и рассказывали нам, что из себя представляли эти пациенты, то есть это были обездвиженные инвалиды, то сегодня, на сегодняшний день, в 21 веке, с этими болезнями можно жить.
и заниматься любимым делом. Самое главное здесь своевременная диагностика. И в университетской клинике «Казань» существует, функционирует ревматологическое отделение с широкими, на мой взгляд, диагностическими возможностями. И чтобы своевременно диагностировать и начать своевременную терапию заболеваний суставов, в первую очередь, чтобы пациент потом не становился преждевременно инвалидом. И на сегодняшний день это методы диагностики, такие как лучевая диагностика, рентгенография суставов, цифровая, это рентгеновская компьютерная томография, включая суставы, внутренние органы, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование суставов, рентгеновская денситометрия, также широчайший спектр лабораторных анализов, включая анализов, относящихся к иммунологическому спектру, также для своевременного, раннего, а иногда даже и до клинического дебюта заболевания. То есть мы можем выявить спектр антител еще за 10 лет до дебюта какого-нибудь ревматического процесса. И своевременная диагностика, как я уже сказал, ведет к тому, что мы своевременно начинаем заболевание лечить. Ведь чем раньше мы начнем лечить болезнь, тем лучше прогноз для пациента, тем своевременнее наступит ремиссия, и болезнь просто перестанет прогрессировать. Пациент будет жить в ремиссии, спокойно заниматься любимой работой, хобби. Некоторые даже возвращаются к спорту. Поэтому еще раз повторюсь, это не приговор. На сегодняшний день существуют различные методы лечения, и мы их практикуем, начиная от стандартной базисной противовоспалительной терапии ревматических болезней, включая цитостатические препараты, нестероидные противовоспалительные препараты, и продолжая такими методами, как экстракорпоральное очищение крови, плазмаферез, когда мы чистим кровь от циркулирующих иммунных комплексов, которые могут оседать на суставах и вызывать воспаление. Ну и самый современный на сегодняшний день – это геноинженерная биологическая терапия с современными препаратами 21 века, которые в России еще начали применяться только 15 лет назад. Это препараты, которые точечно воздействуют на белки крови, вызывающие воспаление, и болезнь тоже в быстрый момент уходит в ремиссию. Ну и мы не, скажем так, не забываем пользоваться и общепринятыми методиками, такими как внутрисуставное введение, то есть локальная терапия, лекарственных препаратов в сами суставы, в очаг воспаления, различные методы физиотерапевтического лечения, такие как магнитотерапия, лазеротерапия, ультрафонофорез. И немаловажную роль играет еще и лечебная физкультура. Попадая к нам, пациенты получают инструкцию от врачей лечебной физкультуры, как нужно им заниматься, какие упражнения на суставы выполнять в повседневной жизни, чтобы болезнь не прогрессировала. На каких-то определенных заболеваниях, вот в частности ревматоидный артрит, чем вообще, в чем актуальность вот этого именно заболевания? В первую очередь, еще раз повторюсь, в том, что страдают в основном молодые и даже дети. Ведь недавно состоялась конференция ежегодное «Салиховские чтения», посвященное памяти нашего учителя Салихова Эльдара Газимджановича, который является учителем, наверное, всех ревматологов в городе Казани, и где выступали ведущие педиатры-ревматологи нашей страны, в частности, профессор Никишина из Института ревматологии РАМН. И было представлено на обзор взрослых ревматологов многочисленные клинические случаи заболеваний ревматоидным артритом у детей. И дебют заболеваний приходится на совершенно разные периоды их жизни, начиная от 1 года и даже раньше до 16, 17, 18 лет. И некоторые дети, уже вступая во взрослую жизнь, они вступают в нее инвалидами. Связано это в первую очередь, наверное, не с теми возможностями диагностики и лечения на сегодняшний день, а с доступностью ревматологической помощи, потому что очень много живет пациентов на периферии, в отдаленных районах, отдаленных селах, где просто имеющийся врач может не знать о ревматических болезнях, а ревматолога поблизости нет. И от этого, собственно говоря, мы имеем соответствующую картину на сегодняшний день. Но
картина меняется. Я считаю, что здесь вот проходят такие потрясающие конференции, где мы узнаем много нового, не только мы, еще и врачи общей практики, терапевты. Поэтому это будет направлено на именно на своевременность выявления ревматических болезней, и вот в частности на ревматоидный артрит. Актуальность проблемы мы с вами сейчас только что описали. Существует при этом заболевании так называемое окно терапевтических возможностей. То есть это дается тот срок минимальный, в течение которого болезнь можно победить. Ну, в плане чего победить? То есть, естественно, болезнь хроническая. В плане того, что можно достигнуть ремиссии, и при этом суставы не спрогрессируют в плане разрушения, в плане деструкции, и, собственно говоря, пациент не превратится в инвалида. Это обычно составляет от 2 до 4 месяцев. То есть пациента заболели суставы, появились первые признаки ревматоидного артрита. Вот начинать ему терапию желательно именно вот в эти ранние сроки. Именно благодаря своевременному началу мы достигаем именно в кратчайшие сроки ремиссии. Если начинать терапию позже, то, конечно, уже процент достигших ремиссии снижается. И поэтому, я еще раз повторюсь, важна именно диагностика своевременная в этот период окна терапевтических возможностей. Позже уже там происходят какие-то изменения в самом суставе, уже происходит эрозия, начинает происходить эрозия суставов, суставы начинают разрушаться, и дальше уже болезнь прогрессирует по каскаду, по цепной реакции, и, собственно говоря, там уже вовлекаются другие моменты. То есть в первую очередь это деструктивные, то есть которые уже невозможно победить консервативно, и там бывает уже зачастую нужна будет операция. В последнее время очень большое внимание уделяется именно сопутствующим заболеваниям при ревматических болезнях. Если говорить о глобальном понимании ревматологии и о влиянии ревматологии на смертность, то по первоначальному взгляду ревматические болезни на смертность влияют мало. Очень мало пациентов умирают непосредственно от каких-либо ревматических болезней. Если раньше была большая смертность от системной красной волчанки, от дерматомиозита, то есть от тех болезней, которые поражают почки, внутренние органы, и, собственно говоря, пациенты погибали от недостаточности работы этих внутренних органов, то сейчас, благодаря современным возможностям, доля таких пациентов, умирающих от ревматических болезней, она существенно снизилась. Но при этом важна именно коморбидность, так называемая, то есть влияние болезней, сопутствующих друг на друга. И доказано, что при ревматических болезнях велик процент, он значительно больше, чем если взять группу пациентов без ревматических болезней. Велик процент пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями, такими как инфаркты, инсульты, всевозможные тромбозы, тромбоэмболии ветвей легочной артерии, тромбоэмболии периферических сосудов, мозговых артерий, которые также влекут за собой различные серьезные катастрофы. И смертность у данной группы пациентов, она получается от сердечно-сосудистых заболеваний. А ревматические болезни здесь ни при чем. Но в последнее время идет понимание о том, что все-таки ревматические болезни влияют на общее состояние организма. И это уже, по крайней мере, доказано статистически. Раз статистически при ревматоидном артрите сердечно-сосудистых осложнений в два раза больше, то есть риск погибнуть от инсульта или от инфаркта миокарда в два раза выше, чем если не иметь ревматические болезни, это говорит о том, что нужно совершенствовать методики своевременного выявления ревматических болезней и, собственно говоря, терапии, совершенствовать лечение. На самом деле, интеграция клиники в университет в России, если говорить в целом глобально, это достаточно нечастое явление. Таких клиник в России можно посчитать на пальцах одной руки.
И поэтому для нашего региона, для вообще всего Поволжья, это уникальное явление, когда у университета существует своя клиника с возможностью проводить какие-то диагностические, лечебные манипуляции, исследования по различным профилям. Что касается ревматологии, то ревматологический кластер вообще в целом в Казани соответствует высоким требованиям, на мой взгляд, требованиям, предъявляемым к ревматологии международными различными организациями, международными лигами. И на фоне других российских регионов у нас одна из самых сильнейших ревматологических школ. Что касается ревматологической службы университетской клиники, то я уверен, что мы в целом будем продолжать эти традиции и совершенствоваться, проводить, может быть, какую-то образовательную деятельность для студентов, для врачей, нести, собственно говоря, вот актуальность этой проблемы в массы, включая коллег из отдаленных районов республики. И я уверен, что наша деятельность принесет плоды, мы получим значительные снижение выхода на инвалидность по этим заболеваниям, тем более в свете того, что 2017 год указом президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова объявлен годом профилактики травматизма и заболеваний костно-мышечной системы. Поэтому все необходимое для того, чтобы помогать нашему населению от справляться с этими болезнями, на сегодняшний день делается. А что касается, еще раз возвращаясь к университетской клинике, то мы, естественно, планируем участвовать в ряде научно-исследовательских работах, и уже сейчас ведутся кое-какие работы совместно с лабораторией КФУ. Скоро получим, наверное, уже первые результаты совместной работы, опубликуем и будем дальше продолжать. Если говорить о конкретике, то на сегодняшний день у нас ведется совместная работа по изучению свертывающей системы крови при системной красной волчанке. В дальнейшем планируем расширять спектр нозологии, спектр болезней, и будем рассматривать уже с позиции свертывающей системы, с позиции других болезней. Получили достаточно интересные результаты, ну, часть результатов пока в работе. Что можно сказать пока предварительно? Вот в рамках коморбидности, о которой я говорил до этого, мы получаем как раз вот корреляцию, как раз связь тромбозов различных, увеличение свертываемости крови, появление тромбов на фоне как раз ревматических болезней. То есть непосредственно прямую связь. Спасибо за внимание. Обращайтесь своевременно к ревматологу. Еще раз повторюсь, что своевременная диагностика улучшает прогноз течения болезни и улучшает лечение заболевания и, соответственно, выживаемость.